Друзья, добрый день. Сегодня к нам попала в обзор стиральная машинка LG Direct Drive. Модель у нас F0J6NS1W. Так, что в ней особенного? 45 сантиметров, Direct Drive, функция пара. Давайте, наверное, мы вкратце... А, что еще удобно? Они в этих моделях, смотрите, добавили для энергосбережения и уменьшения уровня шума. Это пластик внешний, то есть помимо еще основного стекла, вот... У нас здесь есть еще пластик. Барабан стандартный для LG и немножко необычная резина ребристая. Не знаю, для чего они так сделали, но тем не менее тоже интересно. Что здесь, как бы в отличие от предыдущих поколений, что было, это функция автоматического открывания дверей, замка, то есть как у дорогих LG. И когда вы запускаете программу, вы можете нажать кнопку «Додати речі», я украинскую мову или на русском языке «додать», «докинуть вещи», и она ставит на паузу, вы можете открыть люк, если вода не превышает уровень резинки, и доложить вещи. По программам, что у нас здесь есть? Если мы ставим, например, обыкновенную ХБ, она у нас не показывает время, но показывает... Добрый. Но показывает, она определит время после того, как сделает определение количества белья. Что еще здесь? Смотрите, вкратце пробежимся по программам, а потом по самой меню. Спортивная одежда 54 минуты, деликатная 28, темные вещи час 01 и удаление этих вот пятен у нас автоматически добавляется предварительная стирка. Предварительную стирку мы также можем поставить, если мы ставим на ХБ, вот, зажатием вот этой вот клавиши. Вот оно, сейчас, и... Вот, и можно добавить просто интенсивно. Естественно, время увеличится на 15 минут на предварительную стирку и на удаление пятен еще, наверное, минут на 15. Так, что у нас здесь еще есть? Быстрая стирка, это 30 минут, 30 градусов, 20 градусов, если мы поменяем температуру. Да, то есть тоже 30 минут у нас остается. Если мы уже повышаем дальше температуру, то, соответственно, добавляется он уже 8 минут на нагрев. Максимум 600 оборотов и... Нет, 1000 оборотов можно поставить на быструю стирку 41 минут 40 градусов, что в принципе неплохо. Если мы ставим еще обратно, возвращаемся к стандартному ХБ, у нас есть возможность добавить экономия времени. Вот оно, появляется значок быстрой стирки. Если мы зажмем надолго на любой программе, на любой, у нас происходит функция очистка барабана. Вот смотрите, я держу. Палец, правда, весь в герметике, черный, все, пошла очистка барабана. Если запущу старт, она там будет почти 3 часа работать. Что-то она сказала, раз ты не барабанит. Так, что у нас здесь еще есть? А, вот что еще удобно сделать, это у нас моя программа. Здесь мы вообще можем полностью настроить все, что мы хотим, от отжима, температуры, то есть... сохранить эту опцию. Также еще из наворотов, что у нас есть, мы можем подключить сюда LG-шную программу, весит 64 мегабайта, по-моему, в Google Play, и управлять стиральной машинкой со смартфона. Так, отсрочка стирки, и если мы зажимаем эту клавишу, у нас здесь срабатывает вариант защита от детей. Все, close. После этого, что вы не крутите, она у нас заблокировалась. Так, вернемся обратно к программам. Так, одежда ребенка, время неизвестно, гипоаллергенное, это то же самое, но у нас, если не ошибаюсь, 4 полоскания, может быть даже 5. Пухова ковдра, это у нас что-то очень большое и объемное, она одеяло. Долго... Что? Пуховое одеяло. Да, пуховое одеяло, она будет у нас очень долго пытаться выйти на отжим и его отжать, потому что она занимает только одну сторону барабана и по умолчанию, естественно, поставила 800 оборотов. Быстрая стирка, то есть это фактически ополоснуть, где-то, наверное, я думаю, что она будет стирать там до 40 минут. Смешанные ткани, в других программах она называется как микс. Вот, тут тоже где-то до часа. В принципе, вот все, пробежали. Давайте даже посмотрим, вот она сейчас запускает у нас... Идет функция определения веса белья. Все, замок щелкнул. Замок щелкнул. И вот сейчас, видите, вон функция взвешивания пошла. Она у нас сейчас будет вращать барабан туда-сюда и определять по инерции, которая есть в барабане. Просто отсюда не видно. Нет, видно немножко. Вот сейчас. Видно там немножко, как барабан вон вращается. Она по инерционности определяет загрузку белья, которое у нас есть. Соответственно, от этого она уже корректирует уровень воды от стандартного выше или ниже, и также после этого у нас определит время. Если барабан будет полностью загруженный, то она у нас добавит там 10-15 минут. Пока что она пытается определить 0. Сейчас посмотрим, сколько же эта программа
скажем так, обновить, она называется на других программах, вон час 19 показала. Ну, вот, кстати, еще интересный момент, типичный для LG, видите, она у нас открывает клапан рывками. Если у вас большое давление больше 6 атмосфер, то у вас это будет бить по шлангу и будут ощущаться как гидравлические удары. Ну, вот так вот LG набирает воду. Да, это типично для LG, и я не знаю, почему они так делают, но тем не менее. В принципе, все мы посмотрели в этой машинке, больше здесь как бы ничего такого особенного нет. Не могу вам сказать про SmartThinQ, то есть это тоже, наверное, оно у нас подсоединяется к через андроидовские приложения к смартфону. Умный дом. Не знаю. Если кто-то знает, напишите в комментариях. Все, друзья, большое спасибо. Вот такой вот был кратенький обзор машинки LG на 6 кг загрузки. Всем всего хорошего, Божьих благословений, пока.